В Бельгии, одержимой пивом из-за глобального потепления, стремительно растет производство вина. За последние 8 лет территории виноградников в стране увеличились в 5 раз, как и производство напитка. Могут ли изменения климата повлиять на национальные вкусы бельгийцев, расскажет Елена Абрамович. От количества видов пива в меню бельгийских пабов глаза разбегаются. Их десятки. Есть бар, в котором 2000 наименований. А вот вино присутствует лаконично. Всего 3 вида. Белое, красное и розе. Пиво – национальная гордость Бельгии. Здесь производят 900 разных марок этого напитка. В прошлом количество пивоварен в стране не уступало количеству церквей. А сейчас некоторые храмы даже открывают свои пивоварни. Это пиво сделано в духе церкви, оно шипучее, исполнено жизни. В какой-то мере мы хотим придать такой же имидж нашей церкви Святой Екатерины. Потребляет пиво так много, что в городе Брюгге, к примеру, один из пабов провел к пивоварне отдельную трубу. Впрочем, вскоре ситуация может измениться. Прохладный и дождливый климат, такой благоприятный для пивного брожения, уже в прошлом. Лето стало куда жарче. Бельгийский винодел Этьен рассказывает, урожай виноградники дают почти на месяц раньше, чем в 1993, когда он пришел в бизнес. Думаю, у бельгийского вина хорошее будущее. Оно еще очень молодо, и нам предстоит много открытий, особенно когда речь идет о сортах винограда, терруарах. В ближайшие 10-15 лет, думаю, будет стремительный рост, и мы достигнем действительно впечатляющих объемов. Объемы уже увеличиваются. Министерство экономики отчиталось. Менее чем за декаду в стране выросло производство вина почти в 5 раз, до 950 тысяч литров в год. И климатические изменения и в дальнейшем должны этому способствовать, считают исследователи. Изменение климата влечет за собой сдвиг в виноградарстве. Факторов много, но уже сейчас мы четко видим. Регионы Средиземноморья, которые в настоящее время пригодны для выращивания винограда, в будущем станут менее подходящими. А вместо этого зоны в Северной Европе, таких как Бельгия, займут их место. Пока же бельгийцы мало верят, что страна променяет пиво на вино. Не зря же 2 года назад пивную культуру Бельгии внесли в список всемирного культурного наследия человечества. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».